деление латиницы теперь работает безупречно. Но следующая проблема. Значит, тут у нас никакой стиль не присвоен. То есть тут я ручной присвоил, тут у нас не присвоен normal. Значит, нажимаю я на Ctrl-F, желая найти, значит, то есть тут сохранился последний, что он искал, а мне теперь надо искать желтую заливку. Соответственно, мне надо снять wildcards и centered. То есть, значит, первый шаг, сейчас первый я снял, значит, за то, что там записано. Второй снял wildcard. Третий формат, так, формат, где искать centered. И... так, фонд. Ну или просто нажать no formatting. Так, еще три клика. Получается, чисто, чтобы выделить, чтобы убрать все, мне надо нажать три клика. Значит, дальше, что надо найти? Надо найти highlight, да? Find next, все, так, highlight. Вот, значит, четвертый клик, выбрать highlight, replace, replace уже не highlight, а format style, значит, AHS пада. Нельзя ли все-таки создать эти стили изначальные? То есть каждая письменность привязана к определенному стилю. Replace all. То есть сейчас, конечно, все быстро делается, но теперь получается, мне надо выбрать этот стиль, убить эту желтую заливку. Мне на самом деле эти заливки нужны просто, чтобы присвоить нужный стиль. А теперь получается мне, что надо... так, выделить все и убрать фоновую заливку. Ну, то есть, на это у меня ушло 2 минуты. А у меня таких документов 200 штук. Нельзя ли сделать это иначе? Спасибо.